Привет, мы на выставке IFA в Берлине. Здесь прохладно, хорошо и тихо, почти никого нет. Но на самом деле это шутка. Это специальная комната, где можно убедиться, что современная бытовая техника работает очень тихо. Ее и правда практически не слышно, а здесь все работает. Но меня зовут Даниил Головин, я главный редактор YouTube-канала о домашней технике «Тостер». И это видео мы делаем специально для тех, кто приходит в магазины «Эльдорадо», покупает технику в магазинах в интернет-магазине «Эльдорадо». Мы расскажем о том, какая техника наиболее крута и интересна на выставке IFA 2019. Сейчас мы нырнем в шум, в гам, в настоящую выставку и покажем все самое крутое. Пошли. Это Hoover H3 500. Он такой компактный, вы видите, да, что он небольшой. Здесь достаточно вместительный пылесборник. По виду миллилитров 600-500 где-то в этом розе. Смотрите, что, какие еще здесь есть фишки. Ну, понятно, что несколько режимов мощности, да, можно изменять в зависимости от того, какой пол вы убираете. Дальше. Здесь еще есть очень интересная система хранения самого пылесоса. То есть, во-первых, его можно поставить вот так, да, это такая классика, вертикальная парковка. Но можно, я вот на этом покажу, можно вот так вот сделать, он вот такой вид может принять, и вот таким образом его удобно хранить как-то, можно даже куда-то положить или, опять же, поставить. Еще одна фишка, здесь есть Wi-Fi, да, это пылесос с Wi-Fi, зачем нужен Wi-Fi в пылесосе? Но это немного игрушка, да, немного игрушка, но с другой стороны, вы можете через мобильное приложение узнать, сколько вы вообще пропылесосили, да, какие-то квадратные метры. Можете узнать даже, сколько вы калорий потратили, пока пылесосили. Например, мобильное приложение подскажет вам, когда нужно не поменять, а промыть фильтр в пылесосе. И, в общем, разные другие опции. Не всегда это нужно, но кому-то вполне может понадобиться. Конечно, Wi-Fi – это не главная его фишка. Главное в том, что он очень компактный, многофункциональный. Здесь, кстати, съемный аккумулятор. Я вот за съемные аккумуляторы, правда, потому что есть пылесосы, в которых вот такой аккумулятор не съемный. Мне кажется, это неправильно. В конце концов, всегда можно купить дополнительный аккумулятор. И если закончился, да, вот основной, то просто поменял и продолжил уборку. Не нужно ждать, когда зарядится. Так, как бы его еще вставить сюда. Он не тяжелый, он весит чуть больше 2 килограмма. Это вот в полном сборе с металлической трубой. И работает он до 40 минут при полном заряде аккумулятора. Есть еще вот такой момент. Он же разбирается, и вот эта металлическая труба, она отстегивается, и у вас в руках вот такой пылесос, ручной, собственно, которым вы можете пылесосить разные поверхности, мягкую мебель, вот пропылесосить можно. В общем, многофункциональность – это тоже фишка этого пылесоса. Hoover H3 500, и уже можно говорить о том, что он совсем скоро приедет в Россию, но вроде как до конца года обещают. Есть даже предварительная информация о цене – около 16 тысяч рублей. Я не скажу, что это очень дешево, но это и не мега дорого. Есть у нас пылесосы и дороже. Это такая хорошая цена для хорошего пылесоса. Эльдорадо. Людям выгодно.